Тюльпаны Royal Virgin характеризуются средней скоростью роста. Они отлично растут на хорошо освещенном месте и в полутени. К типу почвы многолетник неприхотлив, но лучше всего себя чувствует в песчаном грунте. Цветок очень красивый, белоснежный. Он возвышается на ноге средней прочности, которая достигает в высоту до 45 см. Период цветения – апрель-май. Луковицы тюльпана Royal Virgin подходят как для озеленения и украшения клумб, так и для букетов. Сорт прекрасно сочетается с любыми цветами. Идеальными соседями для него станут прекрасные розовые мускари и ярко-розовые махровые тюльпаны. Тюльпан Триумф Royal Virgin – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан Триумф Royal Virgin можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан Триумф Royal Virgin в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан Триумф Royal Virgin – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.